Так, сейчас у нас вот такая новиночка. Взглянем на цвет по-новому. Значит, 100% закрашивание седины обещают. 10 недель стойкости, в 2 раза больше ухода. Новая улучшенная формула. Бустер-усилитель цвета защищает оттенки от вымывания, сохраняет их насыщенность. Биотин, то есть витамин В7, укрепляет стержень волосы, делая пряди более прочными и придает им многогранный блеск. И масло амлы питает волосы по всей длине, придает им мягкость и шелковистость. Такая вот красочка-новиночка. Ее просто бесчисленное множество оттенков. Вот сейчас я вам прям медленно-медленно пройдемся с вами. Это называется стойкая крем-краска для волос Эксперт. Вот столько много всего, поэтому ставьте на паузу, смотрите. Я же взяла только вот эту краску, тон 1.0 черный. Вот, и сейчас с вами будем ее пробовать, эту красочку. Вот, что написано, да? Угу. Вот состав, кому нужен. Такой вот классный состав. Ну, не знаю, классный, не классный. Да, результат окрашивания нам говорят. Модель у нас вот такая. Такие вот, это у меня товар тут видно. Вот такие вот у нас проблемы с сединой. Очень густая голова, прям, ну, копна. Вообще, прям завидуем девочке молча. Посмотрите, какая густота, какие шикарные волосы. И вот седина уже пошла. Сейчас будем с вами красить, смотреть, что получится. Будем использовать накладку для окрашивания, получается, вот эту вот такую вот хорошенькую с артикулом 116,8. Кисточку и вот такую штучку от Faberlic. Давайте же смотреть, что есть в комплекте. Открываем. Высыпаем, значит, есть перчатки, есть инструкция по эксплуатации краски, если так можно назвать, тюбик, еще один тюбик, а это что? А это уход с биотином и маслом амлы, ухаживающий бальзам после окрашивания. То есть вот такая вот красота. То есть нам все это вместе, я так понимаю, просто нужно вывалить и смешать. Давайте будем все смешивать. Значит, написано смешать, будем смешивать. Ну, выливается удобно, быстренько. Можно еще как градусников встряхнуть и еще полкило высыпать. Ой, ну это я уже смеюсь. Но, в принципе, да, довольно много еще. Довольно много еще. Ну все, почти что пусто. Так, и сейчас красочка. Значит, открываем, она закрыта. Надавливаем, прокручиваем и начинаем доставать постепенно, по чуть-чуть. Так. Так. Туговато идет. Но мы будем вот так загибать, чтобы все полностью выдавить. Почему выбрала именно черный? Потому что модель сама попросила такой оттенок. Вот, я сама краситься не умею. Мой мастер отдыхает. Поэтому я решила, что мы сами покрасимся в домашних условиях и покрасим седину. Так. Очень сложно выдавливать, конечно же, остаточки. Но я думаю, что я справлюсь. Фу, все. Так, выдавили. Сейчас будем перемешивать. Пахнет так. Яркий такой у нее аромат. Какой-то такой кислиночкой. Я так понимаю, перемешивать нужно хорошо и долго. Поэтому мешаем. Надо ли дожидаться, чтобы произошла реакция, или реакция будет уже только на волосах, пока я вижу такую вот светлую эмульсию. Угу.
Вот такая вот светлая эмульсия получается у нас. Походу она начинает немножко темнеть. Если я не ошибаюсь, она как будто бы темнеет. Слегка, чуть-чуть. Очень удобная консистенция. Сложно будет где-то налепать, если наносить аккуратненько. Так, перчатки. Большие, хорошие, удобные. Как обычно. Прям помню, как я раньше сама красилась, когда пришла в компанию. Так, ну давайте будем начинать. Так, краска приобрела такой интересный оттеночек. Так, слушайте, ну кисточкой очень удобно, кстати, прокрашивается. Просто великолепно. Видите, она очень хорошо кладется. И нету у нее такого вот, как даже сказать, ощущения, что она там куда-то утечет. То есть с ней будет комфортно. Она не потечет. То есть очень удобная красочка. Вроде взяла чуть-чуть, а посмотрите, какое нанесение. Так, давайте-ка вот тут еще потолще, побольше. Наташа, ты одной или две краски расходишь? Одной. Одну? Тебе одной хватает? Угу. А ты только корни красишь? Угу. Или... А сами волосы не красишь, да? Так, делаем проборчик. Челочка у тебя тут эта. Слушай, еще хватает. Челочку целиком? Так. Лёха, хорошо ты мне держишь. Как это мастера-то без этого всего? Так. Слушай, ну у тебя обалдеть, какие густые волосы. Хватит ли краски-то? Ну, если что, вторую намешаем, да? Хватит. Хватит, да? Не увлекайся. Так я переживаю, а вдруг что-то не покрасится? Покрасит. Так. И ты говоришь, что ты губкой красишь. Слушай, походу реакция пошла уже. Она почему-то темнеет уже. Наверное, так и должно быть. Интересно, интересно. Так, все, намазали, все хорошо. Немножечко не оттерлась она у меня. Ну, как вам сказать, вот очень густая голова, очень густая краска. И, конечно же, хватило, как бы на корни полностью хватило. И мы подождали 10 минут, как написано в инструкции, и потом расчесали. Но мне кажется, что на всю вот копну, если волосы очень сильно густые, все-таки я бы рекомендовала две краски в домашних условиях, потому что сложно увидеть, где прокрасил, где нет. А когда две краски, там уж наверняка все будет отлично и замечательно. В общем, ждем полчаса и потом посмотрим, что получилось. Так, ну вот наш и результат. Волосики немножечко еще сырые, но результат, ребята, налицо. Одного тюбика краски хватило, ну, на все. Седины нет вообще. Я довольна. Прям супер. Мне нравится. Посмотрите, как здорово. Вообще нет седины. Угу. И модель, наверное, довольна, да? Я хотела завтра краситься с утра. Покрасилась вечером. Ну, слушайте, вообще шикарно. Смотрите, очень красивый, чистый черный цвет получился. Натуральный. Да, прям супер. Без синевы, без коричневы, чисто такой вот черный хороший оттеночек. Угу. Мне понравилось, прокрасилось, все здорово. Мне тоже. Угу. Я думала, что не хватит краски, вот реально, потому что тут, вот эта сырая копна, вы посмотрите, сколько много волос, какая густота. Я думала, все, не прокрасится. Посмотрите, прокрасилось абсолютно все. А, мы тут чуть-чуть пропустили. А, нет, это отсвечивает, я думала, пропустили. Угу. В общем, супер. Я в восторге, ребят, от краски.
В общем, первый раз я с краской вообще экспериментирую. И могу сказать, что если на такую густую копну хватило... Вы же помните, да, линию, вот эти вот волосы, они тоже были такие уже коричневые немножко, да. То есть краска слегка предыдущая выцвела. Вот, и это легло на чужую краску. Не на краску Faberlic, а на краску из магазина. Но легло отлично, просто великолепно. Я довольна. Красили всем коллективом. Очень сильно переживали. Еще и волосы, где вот сухие, они уже блестят. Вот смотрите, прям блестят, переливаются очень. Да, как там в салоне это делают, вот так, да, загибают, и они блестеть начинают. Ну, это прям очень видно, блестки. В общем, я рада. А мы тут с Алисой вам продолжение банкета. Да, Алиса? Конечно. Ты мне очень тут нужна. Вот представляете, каждый раз сажусь снимать обзор, и вот такая моська перед камерой. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Вас тоже представить, да, широкой публике? Ну что ж, продолжаем снимать новинки пятого каталога. Эта дамочка не продается, конечно же, да? Да, Алиса? Она решила тут с вами за компанию глазки построить, 100 лет не была. Ну и начнем мы с вами вот с такой штуки классной. Да, сейчас найду ее в каталоге. Вот она так вот представлена. Это основа комфорта. Коллекция аксессуаров с наполнителем из гречневой лузги. Сразу скажу, что у меня есть и подушка валик, и сиденье из гречневой лузги. Очень-очень мне нравится. И, конечно же, подушка с искусственным лебяжьим пухом у меня есть. Иногда гости не любят спать на подушке «Здоровый сон», хотя я всегда сплю именно на наполнителе из гречневой лузги. Но вот такая тоже у меня есть подушечка. Это очень здорово использовать не только лежать, но и под массаж. Когда вот массаж приходит, там подножки подложить, еще как-то очень-очень комфортно. И вот сейчас у нас коллекция пополняется. Подушка для спины с наполнителем из лузги гречихи. Что у нас тут есть? Давайте же смотреть. То есть в каталоге я вам показала. И давайте же смотреть саму. Значит, первый раз при вас открываю. Угу. Значит, такая вот подушечка. Кстати, вот любому подростку, который любит сидеть за компьютером, это будет великолепнейший подарок. Просто супер. Конечно, мое кресло, она, наверное, может быть, и не подойдет, но я попробую сейчас на свое рабочее кресло. Очень твердое, упругое, тяжелое, я бы сказала, такая, не знаю, килограмма, может быть, 1,5-2 точно есть. Что она делает? Давайте же посмотрим, что она делает. Да, что, на троечку, да, будем нажимать. Наперник 20%, хлопок 80%, полиэстер, да, вот это вот передняя часть, вот это вот ткань. Да, она идет такая темно-серая, скорее всего. Артикул 910-259. Сделана в России. Поставщик Ивановская область, город Иваново. Размер 40 на 20. Вес 0,75. Серьезно? Мне показалось, она прям вообще большая, много весит. Значит, размер 40 на 20. Наполнитель 100% лузга гречихи. И наперник 20% хлопок, 8% полиэстер. Вот такая вот красота. Он у нас с вами поддерживает поясницу, снимает мышечное напряжение. Прочные ремни для регулировки легко крепятся на любое кресло или стол. Идеально для людей, которые проводят много времени сидя. Отлично подойдет школьникам. Это, конечно, супер. Ну что ж, давайте еще посмотрим. Так, очень плотная набитая. Тут ремешок вшит. Тут еще ремешки. Ну, как бы, да, все видно. Все комфортно, все удобно. То есть вот таким образом можно разобрать и все прицепить. Они регулируются, как вы видите, эти ремешки. Никаких проблем не будет. То есть аккуратненько вот так вот их можно отрегулировать. Такие тугие. Но они и должны быть тугими, чтобы фиксация вообще произошла. И где-то тут есть замочек. Вот он, замочек. Значит, открываем, а там уже сразу лузга гречихи. Видите, да? То есть вот такая вот красота. Сразу же лузга, поэтому сильно не буду открывать. В общем-то, мне понравилась эта штука. Могу сказать, что великолепно.
Да? То есть ремешочки тут есть, все есть. Ремешочки, конечно, короткие. Я, конечно, извиняюсь, но это слишком мало для моего кресла. Вот, конечно, сиденье из луски гречихи я очень люблю, но куда мне прицепить это, я не знаю. Плюс у меня же кресло с массажером. Да, вот тут массажные валики, видите, выпирают, оно меня массажирует. Поэтому пойдемте проверим на кресле мужа, что ли. Все равно ж надо его как-то испытать. Так, сейчас Антон цепляет эту конструкцию. Ну, видите, оно здесь регулируется по ширине. То есть, если у вас уже, то можно сузить. А второе, оно по высоте тоже регулируется. То есть, как вам удобно, вы можете с помощью защелок. Вот здесь вот можно расслабить, можно ниже опустить. Если шире у вас или уже, вот здесь вот увеличить, уменьшить. И все, в принципе, угу. Вот так вот выглядит. Поверни его. Ну, теперь присядьте, пожалуйста. О, кстати, удобно. Удобно, да? Да, спина так сразу же. Спина так сразу же стала ей удобнее, то есть я думал... Какое-то другое ощущение. Вот смотрите, как бы мне сначала я думал, ну, неудобно будет, потому что оно, да, ставится на сгиб поясницы. Я обычно без него сижу, не опираясь на спину. Здесь вот сел, и мне даже удобно сидеть стало вот так вот. Mm-hmm. То есть вот в чем суть-то. То есть у меня нету такого дискомфорта, то, что я сутулюсь или так. Нет, я просто спину положил, и я спокойно, ровно сижу. То есть ты считаешь, что Кате такой тоже нужно заказать, да? Я бы сказал, что да, но не знаю, у меня, видишь, другое кресло, в отличие от ее, но тоже можно заказать и попробовать и Кате. Угу. То есть, ну, вот реально удобно. Хорошо, да? Антон, встань, пожалуйста. Значит, вот так он выглядит, целый комплект. Да, заодно вам сиденье из лузги гречихи прорекламирую. Вот так вот оно крепится на лямочки. Антон, поверни немножечко задом. Ага, я очень сильно увеличила, специально, чтобы было видно. Ну, то есть вот таким образом. И, в принципе, черное на черном смотрится прикольно. И лишнее можно отрезать, если не нравится, что вот эти все ремешочки торчат, вот это все. Я бы не стал отрезать. Почему? Потому что если он расслабится, здесь же стопоры специальные есть. А-а-а. То есть если ты их обрежешь, здесь нужно что-то как-то их загибать. Mm-hmm. То есть, по сути, если, ну, значит, да, подшивать. То есть, если кто-то умеет. В общем, вот такая красота. Ну что, Антон, оставляем, да? Тебе нравится? Да. Да-да-да, мне очень нравится. Ну, посмотрим еще. Давай через недельку точно скажу. Потому что дело одно сесть и посидеть минуту, а другое посидеть там 2-3-4 часа. Ну все, спасибо, дорогой муж, что поделился своим креслом. У меня такого нет. Мне оно точно не подходит. Что-то, как тебе сказать, какие-то планерки и так далее, вот реально вот удобно, вот не сгорбись вот так вот. Вот я сижу обычно вот так вот, я не прислоняюсь к спинке, а здесь я прислонился, и мне охота прислоняться. Угу. Я вроде бы и кресло ортопедическое, но вот эта вот штука, оно лучше делает, спина аж расслабляется. Угу. Так, далее это тоже новинка, но я не знаю, VIP не VIP, но за однаким сниму. Все-таки впервые на моем канале точно. Это артикул 781-270, такой вот весенний, очень красивый, на мой взгляд, пакетик. Размер 24×21×10, даже вес, скажу, 54 грамма. Белые такие вот тканевые ручки. Ну и давайте смерим для тех, кто, как я, не понимает, что такое размеры. Мне очень сложно всегда бывает с размерами. Вот. Вот такая вот красота. В принципе, вместительный, но шампунь 400 мл выглядывает, да, как вы видите. Он выглядывает, и, ну, все остальное помещается. То есть вот такой как бы пакет. Далее, если дальше листать по каталогу, заказала себе вот такой активный шампунь для роста волос. Представляете, да? Эта линейка идет от Эксперта. Она насыщает волосы питательными элементами, ускоряя их рост. Восстанавливает поврежденные участки, смягчает пряди и придает им притягательный блеск. На самом деле, да, я могу сказать, что так и есть по восстановлению поврежденных участков. Они стали очень приятные на ощупь. Такие, знаете, приятные, в
я знаю, что вы не любите слово склизенькие, но они прям самые то, такие ухоженные, рассыпчатые получились, не пушатся. В общем, на мои опережённые волосы все-таки мне не хватило вот этой пары. Я на кончике наносила сыворотку Blond Icon еще вдобавок. Что тут в составе? В составе идет биотин, витамин B7, необходимый для красоты и здоровья волос, пробуждает волосяные фолликулы. В общем, это линейка, которая ухаживает за поврежденными волосами, получается, и стимулирует рост волос новых. Я уже это испробовала, уже волосы посушила и взяла сразу по две штуки. Мне кажется, такое быстро разберут, потому что ламинирующего шампуня тоже долго на сайте не было, хотя отношусь к центральному региону. Первый это у нас идет бальзам, который обогащает и питает волосы от корней до кончиков, способствуя активному росту, с артикулом 1771. Тут, в принципе, весьма такая глубокая аннотация еще есть. Также тут в составе идет биотехнологический комплекс, который интенсивно укрепляет корни волос, заряжает волосы энергией, обеспечивает питание волосяных фолликул. 170 мл, 1771 артикул. С момента вскрытия 8 месяцев он годен. Состав, вот я вижу, что он отсвечивает. Ну, давайте вот так вот покручу. К сожалению, состав отсвечивает. Ну-ка, а если свет вот этот выключить? А, вот, смотрите, идеально. Да, свет выключаю и идеально. Ну, способ применения: нанести на влажные волосы, значит, не сырые, не с которых капает, промокнули полотенцем, нанесли на влажные волосы, подержали 3, хоть 5, хоть сколько минут. Я вообще пока ухаживала, пока боролась с волосками на ногах, да, нашей новой бритвой, я продержала, может быть, даже и дольше. Вот, не по инструкции немножко у меня получилось. В общем, такая вот красота. И второй момент — это шампунь. Компания Faberlic мелочиться не стала. Сразу выпустила такой вот персиковый красивый шампунь. У него вживую персиковый оттенок. Он даже цветом в каталоге отличается, но я думаю, это не важно. Что он делает? Во-первых, 400 мл. А во-вторых, он деликатно очищает волосы. Очень, кстати, деликатно. Пенится очень сильно. Я пальцами просто волосы вот так вот легко расчесала. С первого, вот первое применение уже можно вот прям руками волосы расчесывать. То есть он такой какой-то классный, такой приятный, очень сильно пенится. Значит, очищает волосы, кожу головы, укрепляет волосяные фолликулы. Артикул 1770. Что у нас написано в аннотации, да, вот такая красота. Он тоже идет с биотехнологическим комплексом. Плюс в составе комплекса экстракты плантона, крапивы, пыльцы, перца, яичного желтка, зародышей пшеницы, хинного дерева, цветов арники и пфафи. Или пфафии, вот не знаю, ударение, ну и вот состав и как применять, да, то есть и все мы с вами знаем, что голову мы моем всегда два раза, тогда будет отличный эффект. Ну, лично я всегда два раза мою голову, потому что услышала это совет от своего мастера красоты по волосам, который уже 15 или 20 лет стаж, в общем-то, ослушиваться не хочется. Артикул 1770, да, и 400 мл он идет открытый, тоже 8 месяцев. Обратите внимание, что компания Faberlic делает из 100% перерабатываемого пластика. То есть этот пластик можно сдавать на переработку. Вот есть такой хороший значок. Это здорово, это классно. Ну и ГОСТ. Вся продукция у нас тестируется по ГОСТам, стандартам, санпинам. В общем-то, вся продукция Faberlic, не только этот шампунь. Вот такая красота. Итак, следующая у нас с вами красота, которая мне не досталась, но я его добавляла в корзину, скажу вам честно, но он мне не достался. Очень хочется попробовать. Брала две штуки, но ни одна до меня не дошла, и деньги вернули на счет. Крем-спрей для волос 17:1 100 мл. Это мгновенный эффект. Текстура нежной кремовой эмульсии нам обещают. Легко распределяется по волосам, не утяжеляя их. Ну, будем надеяться. Кому-то он достался, и девочки уже его хвалят. Поэтому я верю. Я верю всегда хорошим отзывам, потому что сколько раз мне на ютубе писали плохие отзывы про что-то. Я держу этот продукт в руках, пользуюсь им год. Мне пишут про него какую-то ерунду, а я понимаю, что он хороший. И я им пользуюсь и заказываю вновь и вновь. Поэтому негативным отзывам я сейчас что-то плохо начала доверять. Мне кажется, что в большинстве случаев это, может быть, лидеры других сетевых так компаний поступают. Но я понимаю, что не все, но бывает. В общем, сообщила вам еще о такой новиночке. В общем-то, там новинок много каких нет на сайте. Но просто вот этот спрей, он меня прям, ну, конкретно зацепил, и мне конкретно захотелось этот спрей попробовать. И, к сожалению, он мне недоступен. Вот такая вот дилемма. Итак, сейчас у нас с вами, по-моему, 18 оттенков новых лаков. Давайте же их с вами будем пробовать. Начнем с первых четырех красавчиков. Первый у нас идет малиновое пролине 711-02. Вот такой вот красавчик. Давайте. Ну, с каталогом, ну, вот сейчас он подсохнет, посмотрим, что получится, да. 711-02. Хорошенький такой. А мне нравится, что вот эти полоски, они сразу растекаются, и он сразу прям такой
классный становится, да, то есть ровненький такой, хорошенький. Угу. Так, далее клубничный йогурт 710, господи, какой тугой. Клубничный йогурт 710-83. Так, давайте же его сюда. Давайте же его попробуем. Симпатичный, ребята. Очень такой свежий, хорошенький. Нам обещают, что он будет очень быстро сохнуть. Ну, я прям наношу, мне не жалко, я много наношу. Пусть это не ровно, не очень красиво, но много нанесла. Так, следующий лак получается 710-82. Такой прям темный, насыщенный, ежевичный смузи. Такой прям какой-то как будто аж черный, на мой взгляд. Так, ну давай ежевичный смузи, поехали. Угу. Нет, ну на светлом ногте он довольно так и не темный, кажется. Угу. Очень даже ничего. Да, такой хорошенький. Угу. А почему он на камеру темный? Нет, так он совсем темный. Ну да, такой вот, вот сейчас такой и есть. Хорошо. Так, едем дальше. Четвертый из гаммы десерт. Тут еще 4 гаммы их выпустили. Значит, земляничный тарт. Тут такой вот. Какой-то он прозрачный немножко, видите, да? То есть вот если покрасить, да, вот этот накаток, давайте вот так. Видите, он немножечко такой прозрачный, что ли. Да. Так, ну давай какой-то земляничный тарт. Ну, отлично. Мне очень нравится, что они... Вот смотрите, я над ним как издеваюсь, разве что лак наносят. А вот эти вот полосочки потом выпрямляются. То есть то, что можно ровно нанести. Значит, фишка этого лака — стойкость 7 дней и сохнет 60 секунд. Очень яркий, красивый, насыщенный. Ну, прям хорошенький, да. Мне нравятся все оттеночки. Ежевичный такой тоже очень интересный. Далее у нас с вами идет гамма, вот это вот, пудровый мед. Давайте тоже снизу начнем. 710-80. Хорошенький такой, да? Ко всему подойдет, я думаю. Так, 710-79. Что-то он какой-то не нюд. Он нюд, но он блестящий очень. Видите? Прям блестюнчик переливается. Так, следующий ванильный беж. Такой вот хорошенький. 710-78. Такой хорошенький. Так, и 710-77. Холодный нюд. Предыдущий был ванильный нюд, а это холодный нюд. Ну, слушайте, прям можно тут ногти накрасить, и вот незаметно. Отличное просто сочетание. Так, поехали. Значит, теплый тауп. Он такой, знаете, коричневый, но какая-то вот розовинка, что ли, чувствуется. То есть это не бежевый, а такой вот коричневый с какой-то вот розовинкой. Вот в первый слой. Так, далее сияющий розовый. Но он прям сияющий. Угу. Ну, так и поняла, что он будет просвечивать. Угу. Такой вот в один слой. Очень даже симпатичный. Так. Значит, ванильный беж. Это однородный, однотонный ванильный беж. Угу, наляпала. Ну, я думаю, вы меня простите. Так, далее холодный нюд. Вот этот мне цвет очень нравится. Бежевый такой нейтральный, да, под наклейки подойдет. А этот прям как самостоятельный. Очень хорошенький. Угу. Так, ребята, за 60 секунд они у меня не высохли. Я вот так задела. Короче, они не высохли за 60 секунд. Их нужно наносить. Смотрите, вот этот вот, помните, да, я при вас два слоя сделала. Так вот он, видите, который в один слой, он уже почти сухой. Но это точно больше минуты, они сохнут. Дальше смотрим. У нас сейчас будет живой космос. Это рождение звезды 710-76.
такой вот яркий, прям наглый, да, оттенок. Мне нравится, очень красивый. Дальше туманность Андромеды. Такой тоже без блесточек, 710-75. Следующий, звездная пыль. Это блестящий, очень красивый такой розовый оттенок. Не знаю, почему он тут прям не розовый в каталоге. Он так с такой розовинкой, ребят, вот смотрите, да. То есть такая конкретная у него есть розовинка. Сейчас я даже свой ноготь отросший им покрою, видите. Розовинка есть. То есть он, но он такой прозрачный, я бы сказала. Ну, то есть вот такая красота. Ну, сейчас посмотрим. 60, не 60 на ногте. Еще. И последний, это сатиновая галактика. Тоже очень красивый оттенок. 710-73. Вот такой тоже отлив очень красивый. Ну что ж, живой космос сейчас с вами будем тестировать. Так, рождение звезды. Как вот удобно, так и наношу. Значит, вот такое красивое у нас с вами рождение звезды. Угу. Так, следующее. Туманность Андромеды. Угу. Вот такой он в один слой полупрозрачный будет. То есть у Андромеды неплотное покрытие. Следующий. Звездная пыль. Вот этот вот спорный лак. Да? Ну, не спорный, а в смысле... Почему-то он бежевый в каталоге показан, но у меня, ребята, он прям розовый. С очень таким мощным розовым отливом. Прямо розовый-розовый. Угу. Но его реально было сложно сфоткать, я так понимаю. Ну и последний оттенок, это сияние галактики. Давайте будем смотреть. Ага, вот эта красота, которую я больше всех люблю, если честно. Вот с таким вот отливом. Но его нужно очень ровно постараться нанести. Да. Угу. То есть вот такая красота. Такой он очень сильно мега блестящий. Прям очень сильно блестит. Так. Конечно, тяжело лаки наносить через экран телефона. Иногда промажешь, иногда это то. Ну вот, смотрите. Так. Ну да, он, можно сказать, что подсох. Хотя тут я в розовом, да, уже. Можно сказать, что да, подсох. Ну, может быть, да, и 60 секунд, слушайте. Придется брать слова на возврат. Так, следующий у нас идет цветочный сад. Последнее, ну, действительно цветочный. Надо было назвать весенний. Знаете почему? Потому что же сирень. Нежный пион, 710-72. Да, такой вот неженка, хорошенький. Так, цветущая сирень, 710-71. Цвета с каталогом, как видите, совпадают. Только тут где-то блестящие, где-то глянцевые. Они как бы не так переданы вживую. Лаки красивее, чем в каталоге. Это факт. Далее, томный ирис, 710-70. Такой какой-то серо-фиолетовый. Да, видите, еще тут такие всякие прослоечки, да. Отливает таким фиолетовым. И дальше 710-69. Благородная мальва. У нас была помада мальва. Сейчас будет благородная мальва. Так, ну что ж, давайте последний заход. Нежный пион. Давайте будем пробовать. Угу. Он идет с таким отблеском еще. Вот это вот отсвечивает. Очень красиво переливается, отсвечивает. Как это называется? Галогеновый или как? Забыла название. Вот, дальше вот цветущая сирень. Угу. Видите, наносится прекрасно. Цветущая сирень. Томный ирис. Ну, такие лаки не однотонные, да, то есть они переливаются чем-то все время. То есть такие с переливами очень красивые. Вот в один слой, да? Угу. Такой просвечивающий ирис. Так, дальше. Благородная мальва. Так, ну что ж. Мальва так мальва. Так. Интересное название. Вот смотрите. Толстый слой. Вроде бы потек, но растекся. И все полосочки заполнились. Да, то есть красиво.
Он такой галогеново-серый, такой приятный очень. Мне нравится вживую, прям очень нравится. Да, хорошенький. Так, ну и смотрите, вот что хочу сказать. У нас с вами есть вот такие еле-еле прозрачные и красивые вот эти вот два блестящие, да. То есть, ну, они тоже уже высохли, подсохли. Вот, значит, первый прозрачный, да, такой. И вот второй такой же. Так, сейчас эти положу. Красиво, конечно, да. Очень красивая палитра, да. И вот, например, на темный, да, какой-то лак, или на красный, или на какой-то яркий, можно нанести, допустим, вот этот полупрозрачный. Видите? Он сразу таким желтым, красивым отдает отливом. То есть он такой полупрозрачный получается. Ну, нет, вообще-то, смотрите, перекрывает хорошо. Видите, да? Сразу такой интересный отлив получается. Ну-ка, давайте попробуем на красный. Ну, вот если два друг за другом брать. То есть красный уже становится такой скромный, но красный. То есть такое вот двойное сочетание. На какие-нибудь, на какой-нибудь, если нежный взять, тоже очень красиво, да, получается. Все-таки он, видите, он берет тот цвет, то есть прозрачный, но просто можно добавить блесток. Красивый такой. Даже вот этот вот тоже покрываю, и он уже другим цветом цветет. Вот это мне понравилось, что есть такое, что можно, например, все ногти покрасить, а 2-3 ноготка потом покрасить еще вот этим сверху, и получится уже интересно. Можно, конечно, разные оттеночки брать, да, как вот тут, например, на руке разные цвета, один черный, другой такой. Тоже прикольно. Ну и давайте вот этот более розовый попробуем. Бомба, видите, красиво получается. Абсолютно другой такой цвет, уже прям шикарный такой, красивый, насыщенный. То есть можно как угодно тут их сочетать. Можно как самостоятельный, да. Самостоятельный тоже очень хорошо, очень красиво. Ты что, я еще поняла, да, то есть есть такие полупрозрачные оттеночки, всякие разные оттеночки. Можно все что угодно сделать и сделать реально красиво. Например, да, сверху темный нанесли, подкрасили, перекрасили. Угу. Красота. Как угодно можно сделать. Ну вот, лаки мы с вами сняли. Далее такой вот ровненький, интересный разделитель для ресниц. А с артикулом 910-521. Давайте будем его выковыривать оттуда. Такая вот красота. Материал полистирол, нержавеющая сталь, размер 13,5 сантиметров, артикул 910-521. Заостренные зубцы у него, но глаза точно не проткнете. Может, и проткнете. В общем, надо быть аккуратной. Видите, какие, да, они интересные. Тут такие вот кругляшки. Вот. Позволяют расчесать ресницы при необходимости. Очень интересный такой вариант. Попробовала один раз. Могу сказать, что отмывается он не так уж и тяжело. Старой зубной щеткой можно отмыть. В общем, интересный такой вариант. Он может, как вам даже сказать, вот вы ресницы накрасили, вам хочется разделить, но вы разделите их или целиком прочешете, да, и что-то где-то отпадет из нарощенных ресниц. Ну, когда же вы накладываете тушь, они же удлиняются, да, там цепляются друг за друга, реснички длиннее становятся. Или какую-то одну, да, там разделить, этой штучкой не получится. Ну, можно, конечно, этой стороной вот так аккуратненько подцепить как-то бочком, но не знаю даже. Это только целиком расчесывать получается, или целиком, или никак. Поэтому насчет нужности этой штучки я, конечно, сомневаюсь. Но буду считать, что излишки туши можно будет убрать, когда она еще влажная. То есть, если тушь уже высохла, то вы можете где-то что-то оторвать, надорвать, когда будете разъединять, и получится, реснички же не толстенькие, когда тушью красите, да, и получится, что одна толще, другая короче. Ну, это как бы мое мнение, да, то есть мой опыт, моя практика. Нечаянно тыкнула, кстати, две штуки в заказ. Ну, может, кому-то пригодится, подарю. Ну, кстати, они еще и гнутся, да, то есть... гнуться еще, видите, такая она. Но это вообще никакой пользы или вреда не приносит, что оно гнется. Дальше я немножко проштрафилась, забыла вам показать, какой же шампунь, да, сама ему же голову помыла, а подписчики у меня остались. Вот такой вот шампунь, такая вот консистенция.
Еще раз повторюсь, пенится просто наивеликолепнейше, шикарно. Вот видите, потек на руку. То есть такая вот у него медленная густота, отличная. То есть хватит его надолго. И у всей линейки очень такой, знаете, приятный, нежный, классный аромат. Очень вкусно. Мне нравится. Я прям в восторге. Далее. Вот такие вот два геля для душа. Этим я уже помылась. Мужской, да, гель для душа. Муж у меня помылся один раз. Ну, нормальный гель для душа, как гель для душа. Вот такой вот он, прозрачный. Тоже очень хорошо пенится. Запах такой, вот именно этой Товароа. Такой легкий, озоновый, без... Я не скажу, такой грубоватый слегка, не скажу, что есть какой-то у него привкус, кроме как вот этой вот озоновой грубости, больше ничего не почувствовала. Сами знаете, что обычный аромат Товароа мужской, он идет цветочно-фруктовый, мускусный. Тут просто такая озоновая дерзость какая-то такая, грубость, очень приятный такой свежий, легкий. Я бы назвала его легким ароматом. Дальше. Женская Товароа меня просто покорила. Она очень вкусная. Хотя, если смотреть натуральный аромат Товароа женской, это цветочно-фруктовый, тоже мускусный аромат. И она немножечко, конечно, с какой-то вот оригинальностью, я бы сказала. А тут просто вот такая же тоже свежая, приятная женская легкость какая-то. Вот знаете, ветер, легкость, вот что-то такое очень легкое, приятное. И запах на коже, на мой взгляд, продержался очень даже неплохо, долго, так хорошо продержался. Далее у нас с вами идет пемза для ног. Пилка, вернее, а не пемза, ну в виде пемзы. Так вот она достается. Тоже великолепная штука. Это я сейчас соберу назад, отправлю на подарок, потому что я своей пилкой уже попилила. Как вы видите, чтобы попробовать ее, как она, что она. Потом думаю, закажу две, все равно одну любому человеку подари, любому будет полезно. Тем более она беленькая, в любой интерьер впишется. Это у нас, значит, деревянная пилочка получается и такая вот наклеечка. Сейчас даже такие наклейки можно покупать. То есть пилочка у вас уже есть, отклеили, новую приклеили. Сейчас такие продаются, не помню, где я на каком сайте видела. Но вот у меня мастер педикюра приходит к железной, вот так приклеивает с обеих сторон к такой же. И потом выкидывает их, да. То есть, а нам их с вами надолго хватает, потому что все-таки пятка одна. Это у нас идет пилка педикюрная двухсторонняя. Подходит для сухого и влажного педикюра. Размер 26 на 5,5. Материал дерева береза и абразивная бумага. Артикул 910-518, есть, значит, мягкая сторона 150 грит, даже не пойму, вот это, наверное, мягкая сторона, для шлифовки и придания бархатистости, и жесткая сторона 100 грит, она идет для обработки сильно огрубевшей кожи. В общем, мне понравилось, действительно, пятки сильно отличаются уже через минуту сухого ухода. Поэтому вещь шикарная, рекомендую, клевая и классная. Мне очень-очень понравилось. И последнее, что я сегодня озвучу свое мнение о чем, это о таких вот биокапсулах для стирки, в которых еще и содержится пятновыводитель. Называются они Enzyme Power с энзимами, универсальные. То есть они такие вот, я не знаю, как это описать. Вот если видно, да, так вот они прыгают прямо. Такие мягкие, хорошенькие, клевенькие, но довольно-таки крепенькие. Их не нужно разрывать, их нужно так вот и класть в машинку. Запах у них очень нежный, еле уловимый. Они реально прикольные. Я так понимаю, их тут 15 штучек. Таких вот тут изображено, что желтый цвет. Нет, они полностью такие вот прозрачные, интересные. Да, видите, такие пружинистые и очень мягкие. Их можно вот пожамкать, попичкать, погнуть, что угодно с ними сделать, да, такие вот они. Ну, я думаю, поняли, да, то есть приятные такие на ощупь, немножечко напоминают сквиши. У них, давайте будем смотреть, активное выведение пятен с помощью суперконцентрата с биоэнзимами. Ну, по поводу пятен скажу, что стирают хороший, как хороший, очень хороший порошок. Вот одна такая штучка, тут как бы же указана дозировка, тут нужно выбрать стирку и смотреть, какая дозировка. Вот у меня, например, машина до 12 килограмм, и я понимаю, что, ну, интуитивно я положила две таких вот, да. Одна капсула, одна стирка. Это не всегда одна капсула, одна стирка. Но это уже мое личное мнение, я тут рассуждаю. Потому что смотря сколько загрузка машины. Есть загрузка 4,5 килограмма, конечно, этого более чем предостаточно. А есть загрузка 12 килограмм, как у меня, я кладу 2. И если супер сильное загрязнение, я буду класть и 3. Потому что, на мой взгляд, это
важно понимать, да, в дозировке. Дальше, значит, удаляет различные загрязнения, да, отлично справилась, подходит для белых и цветных тканей, значит, сильно цветные уже я не буду использовать, например, ткани, потому что есть специальный порошок для цветных тканей, вот, освежает цвета и яркость красок, устраняет серость и желтизну, это очень хорошо, но я еще использую всегда салфетки-ловушки, сохраняет волокна тканей, вот это прям замечательно, и защищает стиральную машину, вот это прям супер. Эффективно отстирывает при разных температурах, ухаживает за волокнами тканей. Мы стирали один раз на 40 градусов. Видите, он такой прям жиденький, прям как водичка тут. Вручную я не стирала, честно скажу. Вот смотрите, да, тут видно, да, для белых и светлых тканей и две звездочки. За исключением темных, ярко окрашенных изделий с неустойчивыми красителями. Вот это вот обязательно, если мы одежду покупаем в Faberlic, может быть и можно. Если мы одежду покупаем где-то вот откуда-то в другом месте, то там могут быть реально неустойчивые красители. Я помню, как я своей маленькой Катюшке купила платье с телепузиками. Раньше телепузики было очень модно. Я его приобрела от души, от сердца. И она поставила пятно ягодой какой-то. И я обычным порошком, еще фосфатным, вот этим вредным, да, который сейчас чаще всего уже и в магазинах начали эко-порошки продавать, слава богу. Вот. А еще тогда были только фосфатные порошки у нас на рынке. Я в Faberlic не была, к сожалению, и брала обычные фосфатные. И могу сказать, что тогда я замочила в каком-то ваниши или еще в чем-то, и у меня полностью целиком это платье выцвело. Господи, как ревела моя маленькая Катюшка, вы бы знали. И причем мы когда пошли, я говорю, Катюш, не переживай, купим такое же, мама испортила, возьмем новое. Ну и что вы думаете, нового уже мы никак нигде не нашли. Вот, и так осталась она без этого платья с телепузиками. Также этот порошок, он содержит комплекс традиционных корейских экстрактов, которые способствуют мягкому очищению, смягчению тканей, улучшают сенсорные ощущения от одежды, тканей при ношении и использовании после стирки. Объясните мне, я не поняла, тут кондиционер нужен или не нужен? Вот это вообще не поняла, потому что кондиционер я, в принципе, добавляла все равно. И вот это я не могу ни отрицать, ни подтвердить, потому что я с кондиционером работала. По привычке налила этот же Soungyeon, этот же сам кондиционер. Особая комбинация, высокое содержание компонента формулы обеспечивает удаление сложных стойких загрязнений и глубокое очищение волокон ткани. Удобный капсулированный формат гарантирует легкость использования и дозировки. Вот то, что капсулы, вот реально удобно. Иногда в машинку наливаешь или сыплешь порошок, потом машинку открываешь и понимаешь, что там порошок может остаться. Вот это, конечно, не нравится. А вот это просто в барабан, да, просто в барабан кладете и все. Мы в последнее время даже порошок, который сыпучий от компании Faberlic, мы в последнее время просто всыпаем в барабан, а все остальное уже в машинку. Там ополаскиватель, пятна выводитель и так далее, все уже туда в отделение кладем. Также состав. Угу. Давайте с вами, вот я вам состав загуглю. Господи, как же уж он блестит. Вот, отлично, да, получше стало видно. В общем, как могла загуглила, а во. Смотрите, ребята, не отсвечивает, да, состав. Артикул 30031, это абсолютная новинка, ни разу такого, конечно, еще не было. Поэтому я вам тут прям все подробно рассказываю. Вот, меры предосторожности тут есть от детей. Изготовитель в России, да, Ростов-на-Дону. 15 капсул по 15 грамм. Масса нета 225 грамм. А вот тут дозировки. Да, вот видите, одна капсула рассчитана на 3-4 килограмма сухого белья. Для стирки большего количества или обильных загрязнений нужно использовать две капсулы. То есть, ну вот я интуитивно так и сложила. Содержит традиционные корейские экстракты, как вы видите, да. Ну и плюс вот это я вам все зачитала. Ну, для цветных тканей я бы его не стала использовать все-таки, да, я бы не стала использовать, хоть пусть тут не отбеливатель, а пятновыводитель, но все равно, если так написано, так указано, то, конечно, лучше всего не использовать. Это, в принципе, мое такое мнение. Ну что ж, дорогие мои, обзор получился мега длиннющий. Я надеюсь, что вы досмотрели до конца. Кто досмотрел до конца, дайте мне, пожалуйста, не поленитесь, напишите, дайте мне совет, снимать ли мне такие длинные обзоры или все-таки делить, как предыдущие новинки, на три части. Потому что я смотрю, что последнюю часть потеряли. Если вторая часть, например, была 22 тысячи просмотров, то третья часть, к сожалению, по-моему, 7 или 8, то есть ее где-то затеряли. Да, поэтому я сейчас решила снять все в одной части, потому что есть люди, которым удобно смотреть час, но обычно час не смотрят, честно скажу, по просмотрам такого нет. Ну все, всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео. Это была вторая часть VIP-новинок 5-го каталога 2024 года.